Всем привет, ребята, с вами я, Андрюс, и это видео рассказывает о том, как просто не создавая скин, установить его на планшет. Вот захожу вот в свой Майнкрафт. Для начала вам нужно скачать Block Launcher Pro. Можно его найти в Гугле. Просто скачать Block Launcher Pro. И вот мы тут бла-бла-бла, такие там заходим. Какой-нибудь там. У нас тут есть скин уже, да. Есть скин. Видим. Так. Так, раз. Так. А, вот всё. Вот мы видим, у нас тут как бы есть скин. Вот. Что за тига? Сейчас. Да, это нажимал. Вот сюда, вот сюда. Вот. У нас такой сейчас скин. Ну, я себе, конечно же, нашел и установил себе такой скин. Ну вот. Набор на Стив. Мы заходим на этот сайтик. Главный сайтик вот пишем. Вот. Заходим в Play Market и пишем Minecraft Skin Studio. И вот он у нас. Вот он. Minecraft Skin Studio. Вот, заходим и нажимаем All Skin. Потом, ну, нам, конечно же, нужен интернет. Тут у нас куча как бы вариантов. Вот тут разные. Да, вот. Ну, нам этот скин, пожалуйста. Например, такой нам скин понравился. Просто нажимаем Apple. И ждем. Только вам обязательно нужен Block Launcher. Когда мы нажали Apple, все, нажимаем добавить. Скин установлен, пишет. Давайте попробуем зайти. Так, заходим, настройка, настройки BL, скин. Все у нас вот, сейчас вот скин запущен, написано. Откуда скин? Вот, не копия, 0.5.18, бла-бла-бла. Ходим теперь в Майнкрафт. Ой. Да, неудачный мой сервер. Так. Там где он? Там Block Launcher. Вот, заходим в какой-нибудь метод. Такой креатив, все так норм. Все, у нас уже такой скин. Да, надеюсь, вам понравился этот. Ставьте лайки и подписывайтесь. А я... Где тут солнышко? Ну, я буду уходить в закат. Майнкрафт — это лучшая игра на свете. Как известно, в нее играют взрослые и дети. И пусть даже она 16.